В Одинцовском округе стартовала традиционная акция «Почта Деда Мороза». В парке Раздолье с 1 по 22 декабря любой желающий может отправить письмо новогоднему волшебнику. Ящик для писем установлен возле первой входной группы. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в этом году можно отправить сразу два письма. Почтовый ящик от фонда «Путь добра» будет размещен здесь до 20 декабря. Все желающие смогут написать о своих мечтах, желаниях и планах, положить письмо в конверт, указать в адресатах Дедушку Мороза, свое имя и обратный адрес с индексом. Все письма будут собраны и доставлены в Великий Устюг.